Итак, о догматике. Когда мне говорят, что догматика не важна, а важно быть хорошим человеком, я все время вспоминаю о похоронах. Вы не можете отличить труп хорошего человека от трупа негодяя. Вы не можете отличить кости выдающегося врача и благотворителя Фридриха Гааза от костей Генриха Гиммлера. Догматика, она о надежде, о том, что Иисус действительно тот, за кого он себя выдавал, Господь, Бог и Спаситель. В нем мы имеем жизнь вечную. А если нет вечной жизни, то вы не можете отличить одну пригоршню праха от другой.